с чем я сталкиваюсь на Ютубе everyday, так это с кромешной завистью. Лежу в ванне, завидуют. Сижу в ванне, тоже люди мне завидуют. Что бы я ни делал, мне завидуют. Что бы я ни делал, если я лежу, ничего не делаю на диване, тоже завидуют. Кулинарные изыски какие-то делаю. Говорят, неправильно делаешь, иди чему-то поучись. Что-то начинаю мастерить, все неправильно делаешь, иди лучше чему-то научись. Прожигая жизнь свою, 33 года, лучшая жизнь свою ты просидел в квартире, так и неудачник, и сидишь на шее у мамки. Пишут такое мне. В принципе, это от зависти. Начал что-то делать, тоже завидуют. Говорят, ты не должен ничего уметь делать. Ты не должен ничему научиться. То есть, я не имею права даже ничему научиться. Если я что-то взялся в первый раз в жизни делать, а очень многие вещи я берусь делать первый раз, все равно завидуют. Говорят, ты необучаемым должен быть. Но если я буду необучаемым, каким я и был, в принципе, не хотел ничего делать, тоже деградируешь, деградант, говорит. Так уж определитесь, так или эдак, куда мне? Вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. Куда мне двигаться-то, определитесь. Научиться я ничему не могу. Если я чему-то научился, что-то показываю людям. Все, ты не должен быть таким. Ты не должен что-то показывать людям. Как ты можешь? Это ты не имеешь права научиться. Ты должен деградировать. Деградирую, пишут, ты деградируешь. Ты должен чему-то хотя бы научиться. Ты свою жизнь просто коту под хвост свалишь. Кромешная зависть. Вправо пойдешь, позавидуют. Влево пойдешь, позавидуют. Ну, иным словом, в ванну сядешь, вылезешь. Позавидуют, и все равно позавидуют. И говорят, мы тебе надонатили на дом. Так если бы мне на дом надонатили, что же я там корячусь, яйца морожу зимой-то тогда в этом доме? Я бы купил бы его тогда, этот дом, и не морозил бы там яйца зимой. Если мне говорят, что на дом мне кто-то задонатил, пришлите мне номер транзакции, я верну. Проблем нет, я верну. Кто мне там 50 рублей, кто, ну, такие пишут, кто и 50 рублей не задонатил мне. Если там 50 рублей вернуть, я верну эти 50 рублей. Если мне там кто-то задонатил, как говорит, на дом мне, напишите мне номер транзакции, и мы это разберем. Только мне ваши все данные, и мы разберем. Я даже привожу скрины в выпуске, что такой-то такой человек столько-то, столько миллионов мне перевел. Это все я покажу. Только лишь напишите, почта у меня есть. В статусе висит, в комментариях можно написать, я привожу, мы разберем вот этого вот человека, который транзакции, насколько сильно он врет или не врет. Если не врет, то я ему сразу все отсылаю, я даже это засниму на видео, скажу, вот человек мне перечислил, замажу ваши паспортные данные, не переживайте. Это все замажу, я скажу, вот транзакции, тут 3 миллиона человек или 15 миллиардов у меня назад потребовал. Потому что, как некоторые пишут, мне под 15 миллиардов мне некоторые задонатили. По 40 миллиардов мне кто-то задонатил на дом, миллиардами прям мне задонатили. На самом деле они ничего не задонатили. Жрать мне уже тоже, завидуют всему, жрать нечего. Этот гусь, который я ем, этого гуся, как он мне надоел, это копченый гусь. Но есть я его уже не хочу, потому что, ну, надоел он уже мне. Смотрите, сколько я его съел, есть мне его приходится каждый день. Если я еще один день его поем, то я уже залезу в ванну и буду сам там, как гусь, плавать. Поэтому смакую его со сметаной, чтобы хоть вкус другой был. Приходите сегодня в 20:00 по Москве на мой стрим. Буду собирать на нормальную еду деньги. Потому что кто-то мне говорит, там миллионы мне дадут. Ну давайте приходите на мой стрим. Мы разберем, кто мне там миллионы задонатил, транзакцию вы мне номер пришлете. Я это все посмотрю, подниму и поймем, кто из нас прав, а кто нет. Чтобы такого не было. Не, а вкусный он вообще. Давайте-ка еще кусочек съедим. Он с пивом очень хорошо пойдет. Денег нет, живу в нищете, еще и меня и попрекают. Чему-то научился один раз в жизни, меня попрекают. Ничему не учился, меня попрекают. Жрать нечего, попрекают. Приходите все в 20:00 на сегодняшний мой стрим, который будет сегодня в пятницу.